Мы с вами находимся на выставке Ивана Ильющенко. Шел он к этой выставке давно, потому что планировалось провести ее еще, ну, около полутора лет назад. Выставка называется «13+1». Почему? Потому что он посетил 13 стран, из которых представил тут свои путевые заметки, зарисовки. А плюс один – это Россия. Для Барнаула же Иван Ильющенко очень примечательное явление, потому что у нас не так уж много художников, которые работают в технике аэрографии. Они, конечно, есть, но это чаще какие-то росписи домов, автомобилей и тому подобное. А Иван Ильющенко решил пустить свой талант именно такую в художественную стезю. Самая первая его работа была – это руки его учителя Николая Зайкова. Все это переросло у него в целую серию. Серию, где художник через руки пытается показать человека. Так как он работает ближе к технике такого гиперреализма, то это очень четко прорисованные руки. Мы видим все складочки, все морщиночки. И художник этой серии хочет показать то, что даже через руки человека мы можем увидеть весь его характер, всю его занятость. Неважно, чем он занимается, но все равно в каждой руке есть такой соответствующий этому человеку атрибут. Есть у него еще серия спины, где тоже мы не видим совершенно лиц моделей, но точно так же через их позы, тело, не видя их лица, все равно можем, ну, домыслить, понять, каковы они на самом деле и чем они занимаются. Изначально же мысль провести выставку у него зародилась тогда, когда он стал путешествовать по странам и делать там путевые зарисовки. То есть он брал небольшой с собой альбом, где при каждом удобном случае делал зарисовки. Это были либо люди, либо здания. И, кстати, очень много на его зарисовках именно зданий, ну, потому что изначально он и закончил институт архитектуры и дизайна. Ивана Ильющенко привыкли видеть таким больше художником, близким к монументальному чему-то. То есть это картина, обязательно там больше метра, и написано аэрографом. А вот как художника-графика его знают немногие. Поэтому из такой маленькой выставочки на один зал это переросло вот в такой большой масштабный проект, где он и показал все свои картины, написанные им за, ну, за весь его творческий период. Ну, кстати, именно за его аэрографии его и приняли в Союз. И это такой неожиданный прецедент для Алтайского края, ну, потому что мы все-таки край пейзажной живописи, а тут молодой художник, без какого-то, ну, академического именно художественного образования, занимающийся аэрографией, поступает в Союз. Интересна его серия, изображающая наш город Барнаул. Но изображает не в том виде, в котором он есть, а изображает самые интересные места города Барнаула, скомбинированные даже на одном полотне. Так у нас, может быть, памятник Шукшина находится на фоне нашей филармонии. И в самой большой картине этой серии художник показал и ТЭЦ, и мост, и буквы Барнаул, и все наши такие достопримечательности города. А еще художник отучился на Алтайском художественном училище. Ну, а его, как и всех студентов, учили получать вот такие азы рисовательства именно на зарисовке каких-то таких, ну, античных бюстов, голов. Потом уже, став состоявшимся художником, у него возникла идея создать такую серию работ, тоже отображающую античные скульптуры. Ну, это уже будет не какие-то любительские ученические зарисовки, а такие профессионально комбинированные по композиции работы. С
свою персональную выставку Иван Ильющенко решил открыть совместно со своим другом Александром Гордиенко, который в последнее время занимается акварелью. Он точно так же едет в походы, свои поездки, берет с собой небольшой блокнотик, пачку акварели и по дороге зарисовывает все пейзажи, виды, дома, здания, людей, которые встречаются ему на пути. Это он называет гонзо-акварелистикой. То есть очень быстро такие путевые зарисовки, заметки, которые происходят у него в жизни. И свои картинки за их размер он называет карапульками. Гордиенко, в отличие от Ивана Ильющенко, представил тут свои зарисовки по Алтайскому краю. Ну и сопредельному Новосибирску. Тут у него несколько серий. И в основном все эти серии называются у него «Дорога домой». Почему «Дорога домой»? У художника не так уж много домов. Но он считает так, что каждый путь, каждая дорога – это дорога к чему-то. И вот куда ты приедешь, куда ты едешь всей своей душой – это и будет твой дом. Также у него есть серия картин, написанных в пандемию, где художник просто уходил к себе на балкон и делал зарисовки крыш, балконов, делал зарисовки во дворе. Также интересен его проект «Город в огне», где он после того, как сгорел особняк купца Морозова, сделал трафарет с этим особняком, перевел его на фанеру, потом облил это горячей смесью и поджег, показав тем самым то, что, увы, но купеческая деревянная архитектура в нашем городе не так уж и охраняется. И то, что если дома горят, то, по его мнению, это кому-то нужно, и все это не просто так. И художник очень переживает за сохранение всех наших старинных ценностей. Выставка получилась очень масштабной. На ней были представлены работы художников за не такой уж пока что долгий, но у них все впереди, но творческий период. Например, у Ивана Ильющенко, начиная с 10-х годов. Поэтому в эту выставку вошли все серии художника. И его увлечение последних лет – это графика, в которой он открыл себя с новой стороны для зрителя, весьма для кого-то неожиданной, но для него очень такой важной и трепетной.